Это тоже очень вкусно. Попробуйте, мы заказали для вас. Очень вкусно. К вам гость, господин. Дефо. Иногда даже отрицательные герои побеждают. Говори, говори, братец, не держи в себе. Что происходит? Происходит вот что, братец. Наш друг Сонер нарушил правила. Несколько лет назад мы заключили перемирие, но он по некоторым причинам не сдержал обещанное слово. Мы не можем закрыть на это глаза и не хотим пожимать руки предателям. Мы не хотим разбираться с этим, и поэтому позвали ребят. Они ждут. А вы решите, что правильно, господа. Наш друг Сонер совершил ошибку. Разбудил спящего дракона. Пожалуйста. Спрашивайте и комментируйте. Теперь люди Сонера перешли на нашу сторону. Прекрасно, братец. Но не стоило. Тебе так пришлось побеспокоиться. Вкусно, молодчинка. 12 часами ранее. Куда он исчез? Они оставили машину. Будто испарились. Что будем делать? Есть другие. Этот не первый и не последний. Ты прав. Это дело не закончится бегством. Поднимай. Они следят за нами, дядя. Эти люди намного опаснее Али. Ты недооцениваешь Али.
Я знал о его планах насчет меня. У него есть знакомые во властных кругах. Он обратился за помощью. Я получил известие из достоверных источников. Они что-нибудь сказали? Нет. Но мы узнаем обо всем. Он узнает, что я хочу, чтобы он узнал. Он будет считать, что я стал беспомощным. Он будет думать, что я остался в одиночестве. И станет преследовать тебя? Нет, сам не станет. Он бросит кого-нибудь на поиски. Что у этого парня есть на данный момент? Казино? Это дело может провернуть только один человек. Только один. Дядя, тогда я соберу людей. Пока они не пристрелили нас, давай избавимся от них. Не спеши, сынок. Мы покажем им мишень. Мы не станем показывать свою силу. Пусть думают, что мы бессильны. Зачем, дядя, зачем? Чтобы у них была возможность, племянник. Чтобы они первые пошли в атаку, нарушили правила. Чтобы собраться с силами, мы будем выглядеть беспомощными. Держи эту бумажку. Собери людей. Я скажу тебе позже, как будем действовать дальше. Ну все. Поели, попили. Теперь скажите, у вас есть возражения против того, кто сидит в этом кресле? Нет. В таком случае, скажите, у вас есть возражения против того, кто сидит в том кресле, прямо напротив меня? Нет. Я слышал, что ты собирался передать нашему брату Сонеру 2 казино. Теперь я сижу в этом кресле. Ты по-прежнему хочешь передать 2 казино? Да. Ты меня порадовал. Советую тебе держаться поближе ко мне. Тебе многому предстоит научиться, хороший мой. Правда? Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Если ты спросишь себя, где я совершил ошибку, что я сделал не так, если оказался там, где все началось. Пусти все на самотек. Пусть вода сама найдет дорогу. Пусть куклы играют в игры, которые придумали они сами. Я пытался. Пытался.
Я пытался быть хорошим мужем. Пытался быть хорошим отцом. Пытался быть законопослушным, честным гражданином страны. Я пытался доверять другу. И пытался начать все заново. Я пробовал. Да, я пробовал. Видит Бог. Я пытался быть другим человеком. Старался быть хорошим. Но у меня не получается. Все утекает сквозь пальцы. Я стараюсь. Я стараюсь, но делаю хуже только себе. Дружище, пришло время признать, что мне не идет быть хорошим. В таком случае напомни, а остальное я улажу сам. Как в старые добрые времена. Как снова стать плохим? Если скажешь, я бывал здесь и раньше, и поклялся не приходить сюда больше. Если спросишь, где я совершил ошибку, что все пошло не так. Ишан, проклятие, Ишан! Уважаемые пассажиры, вылетающие в Испанию, проходите к выходу А. Уважаемые пассажиры, вылетающие в Испанию, проходите к выходу А. Уважаемые пассажиры, вылетающие в Испанию, проходите к выходу А. Мама, почему ты туда смотришь? Ты ждешь папу? Пойдем, я тебя отведу. Не надо, я сам. Я не ребенок. Ладно, как хочешь. В той стороне. Хорошо. Только быстро. Не жди, не двигайся, сиди так в полном одиночестве. Алло? Папа! Ответ, который ты ждешь в глубине души, будет ударом воды, которая в конце концов... Папа? Сынок, сынок.
Ты не смогла уехать. Ты не смогла уехать. Джан, купи мне воды. Мам, поехали домой. Видишь, папа приехал за нами. Он беспокоится. Поехали домой. Джан. Мы собирались уехать не одни, а втроем. Эзель? Вы его ждали? Эзель? Какой Эзель? Ты считаешь всех такими, как ты? Он твой друг, Джингис, а не мой. Твой. Твой. Но я видел... Я видел украшения. А потом вы с ним... Это не Эзель, другой мужчина. Но он улетел. Улетел. Он хотел, чтобы мы были с ним. Ему надо было вернуться, и он улетел. А мы остались. Кто он? Если не Эзель, то кто? Какая разница? Он привлекательный. Выше тебя. Глаза голубые, как у тебя. Но с ним интереснее, чем с тобой. Кто он? Какая тебе разница? Мужчина намного сильнее тебя, более ответственный, более порядочный. Он хотел познакомиться с тобой. Очень хотел. Кто он? Какая разница? В постели он тоже лучше тебя. И не такой мямля, как ты. Кто он? Какая разница? Он не ты. Он дал мне то, что не смог дать ты. Какая разница? Он предложил полететь с ним. Но видишь, я осталась. Я не смогла уехать с ним. Джан расстроился. Я поступила неправильно, знаю. Но я так люблю тебя, что не смогла уехать. Значит, я твой стержень. Ты хочешь быть со мной? Прости меня, тогда и я прощу тебя. Ты сможешь простить? Хочешь начать сначала? Если я скажу, что хочу начать все с чистого листа, ты простишь? Простишь или нет? Прощу. Я прощу тебя. Давай начнем заново. Мы в расчете. Теперь поехали. Вернись домой. Я прощаю тебя. Я прощаю тебя. Обманщица! Обманщица! Папа! Мама! Ты в порядке, мама? Ничего, мамочка! Эйшан! Мам, ты в порядке? Спасибо, Джингис. Спасибо. Если будешь бороться, на тебя со всех сторон одновременно обрушатся гигантские волны. Дядя, ты забыл меня позвать. Племянник? Кто эти люди? Кто они?
Те, кто бросился в атаку на тех, кто дорог нам. Чтобы победить их, надо войти одному и выйти одному. Только так и никак иначе. Но ведь можно и не выйти. И такое случается. Дядя, ты же не думаешь, что после этих слов я оставлю тебя одного? Послушай, если я не войду один, они убьют того, кто очень дорог мне. Дядя! Послушай, тебе нечего здесь делать. Как это? Что я сделал не так? Где я совершил ошибку? Я спланировал все заранее и потихоньку двигался вперед, как ты учил меня. Но сегодня ничего не получается. Все идет не так. Может, тебе так кажется? Нет, дядя. Эйшан уезжает. Уезжает. Возможно, она уже уехала. Джингис подозревает меня. Я думал, что Али согласится, но он занят делами казино. Я не успел. Я ничего не успел, дядя. Я даже к тебе не успел. Видишь, какое положение? Я не хочу и тебя потерять. Нет, дядя, нет, 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 нет. Племянник, племянник. Помнишь, как тебя бросили в карцер? Ты замерз. Тебе было тяжело. Ты весь дрожал 3 дня или 5. Этот паршивый охранник не спускал с тебя глаз. Ты кричал: «Дядя, дядя, схожу с ума!» Помнишь? Да, помню. Я читал тебе книгу, помнишь? Помню. Что я тебе прочел? Нет, дядя, я не оставлю тебя. Иногда, чтобы все было так, как ты планируешь, надо сжать кулаки. А иногда, чтобы исправить ситуацию, разжать их, ничего не делая. Только ждать. Ждать, и все вернется. Как я могу ждать? Как я могу отпустить тебя одного? Послушай меня. Не обманывай себя. Сейчас ты сильный. Жди. Жди, сколько надо. Все вернется. Не переживай. И не забывай. Не забывай, что я читал тебе. Я хочу послушать песню. Последнюю песню. Есть один выход, скажем, умереть. Я хочу послушать ее последний раз. Тебе не придется выходить из комнаты. Просто сиди и слушай. Не слушай. Жди. Жди.